Добрый вечер, поважанные сябры. Мы с вами находимся у Севастопольском парку, який находится недалеко от моего дома. Я люблю сюда прийти и послушать птушиный спев. Вот и вы можете зараз послухать и поглядеть, что это за парк такой. Вот слухайте, коли ласка. Вот такой парк. Зараз вечер. Ну, амаль 21 година. Сегодня 28 мая. Альбо травня. Ну, бачите, уже довольно протяглый день у нас. Ну, потому что до летнего равноденства застается меньше за месяц. Уже довольно протяглый день. А вот наш парк Севастопольский. А вот поглядим в небо. Вот оно небо. Вот. Ну, тут довольно густый, ну, относно густый лес. Великие древы, вот, листья, закрывая, а мало небо в большую часть. Вот, бачите, вот клёны, вот это клёны. Ну, а это мусить граб. Вот. Берёзы. Осины тут есть. О, что эти как птушки спевают. И комары тоже есть тут. Есть тут и комары. Ну, видите, у моем доме есть, ну, вот живут ластовки. Ну, а им же треба нечем нечто есть. Ну, повинны там быть некие комары. Вот они навод у городе есть. Вот так, дорогие сябры. На этом я что? Ну, скончиваю сдымать. И до побачення.